По меньшей мере 4 человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в четверг в жилом районе Испанской Валенсии. Еще 19 числятся пропавшими без вести. 13 человек пострадали, среди них 6 пожарных, получивших ожоги, переломы и отравление дымом. Причина возгорания пока не установлена. Некоторые полагают, что быстрое распространение огня произошло из-за материалов, использованных в конструкции здания, в котором возник пожар. Lo más curioso es cómo ardía la fachada. La fachada, el material de la fachada ha sido, digamos, el hilo conductor del fuego. Y luego sí, parecía que no iba a ser de tan gran dimensión. Parecía que era una cosa muy, muy rápida, pero al final, mira, no parecía tan catastrófico. Пожар начался на окраине Валенсии в 14-этажном здании и перекинулся на соседнее. Некоторые жители выбежали на свои балконы и были спасены пожарными.